Три новых детских сада строятся в Твери в этом году в рамках национального проекта «Демография». Первый из них должен открыть свои двери уже к началу учебного года. За последние два года в Твери, благодаря национальным проектам, появились новые школы в Брусилове и Юности, а также детский сад «Росток» на Октябрьском проспекте. Реализация проекта продолжается сейчас. Новые детские сады строятся в Южном, в Чайке и в поселке Вагонников. В Южном на улице Левитана работы сейчас в самом разгаре. Выполнено устройство подвального этажа. Также выполняются работы по перекрытию данного этажа. Пристенный дренаж проложен полностью по периметру всего здания. Начаты работы по устройству тепловых сетей для ввода тепла в здание детского сада. На улице Склескова в Чайке объем выполненных работ заметно больше. Возведены уже три этажа здания, заливается плита перекрытия верхнего этажа. Фактически каркас здания готов. Далее начнутся облицовочные и отделочные работы. Сдать этот сад в эксплуатацию подрядчик планирует до конца 2021 года. В высокой степени готовности находится будущий детский сад на улице Планерной в поселке Вагонников. Здание уже полностью построено, облицовано и отделано. Совместно с подрядчиком решаются последние технические задачи. Сейчас мы находимся на территории детского сада по улице Планерной на 150 мест. Провели рабочее совещание с подрядной организацией, на которой решили все текущие вопросы. В настоящее время осуществляется художественное оформление коридоров детского сада, приемка готовых помещений для их ввода. Планируем вести детский сад до 1 сентября 2021 года. В общей сложности в трех новых детских садах откроются места для 530 тверских дошкольников.